Малышочки, малышочки, белые карандашочки. Сейчас сначала накормлю вот этих маленьких гавриков. Потом их закрою и буду кормить больших и вот эту маленькую мышку-малышку. То есть двухэтапное питание, да? Двухэтапное. Ну-ка, пойди. Они просто такие сильненькие. Ой, тетя Пусюська схватила и побежала. Господи, батюшки, ну молодец. Она маленькая, но очень смелая такая. И такая находчивая, да, девчушка? Да? Малипуська такая, такая ты малипуська хорошая, а? Такой ребенок. А эти тоже такие, сейчас миленькие все. Сейчас накормим вот этих троих крупных товарищей. А это тоже не отстает, да? Господи, ты маленький-маленький себе, терси. Господи, ротик-то маленький, зубочки маленькие. Взяла маленький кусок, она как колибри кушает, да? Тихо, Господи, вот. Пусюська такая маленькая. Даже не воробушек, ты колибри кусок. Маленький калибри. Ратишка, ты дети, кто не хочет сказать, что ты мама даешь, а я мне не даешь, да? О, пока отворачивалась, уже почти все чисто. Ну, вы маленькие монстрики, а? Это же надо такие. Молодцы, мыть тарелку не надо. Можно мне брать самой и кушать. Да, поэтому вот тебя маленькую я буду кормить не со щеночками, а со взрослыми. То есть эти монстрики у тебя все слопают, все съедят, да. Они маленькие, но крупненькие по сравнению с тобой. Вот так вот, лопают быстро, да? Все, теперь больших пошла кормить. Ну, а мы всем желаем хорошего настроения. Ой, коровка в тарелку залезла.